Спасибо, что включил с тобой Герасев. И сегодня в видео я пригласил трех абсолютно разных участников. Школьник, подписчик и пенсионер. И каждому из них я дам вот эту вот безлимитную банковскую карту. У них будет ровно час, чтобы потратить деньги так, как они считают нужным. Но есть одно маленькое но. Они не знают, что эта карта безлимитная. В общем, давайте не будем затягивать. Пойдете познакомимся с нашими участниками. Леша, я сейчас тебе даю вот эту вот банковскую карту. А у тебя есть ровно один час, чтобы потратить столько денег, сколько вы считаете нужным. Но, одно очень важное но. На этой карте есть лимит. Вы не знаете, какой лимит, но если вы этот лимит превысите, то все, что ты купишь, сгорает. Например, лимит был 50 тысяч, а ты набрал на 100 тысяч, то все сгорает. Но если вы уложитесь в этот лимит, тогда вы все получаете абсолютно бесплатно. Понял? Да, понял. Точно? Если вы сейчас говорите мне «да», что вы согласны, время начинается прямо сейчас. Да. Согласны? Да. Точно? Держите. На счет три запускаю таймер. Раз, два, три. Время пошло. Побежали. Давайте в аптеку сходим. В аптеку? Да. Что пенсионеру нужно? Это вопрос, собственно говоря, этого ролика. Что нужно пенсионеру, что нужно ребенку, что нужно подписчику. Вы в аптеку? Да. Еще минут две прошло? Ну да, еще немного прошло. Все, тогда в Рибок. Сейчас мы обязательно идем в Лего, потому что это самое занимательное, что есть во всем мире. Прекрасно! Все у нас прекрасно! Ты знаешь, что они дорогие? Не все время. Ты хочешь какой-то конкретный Лего набор? Конечно. То есть ты знаешь, что ты хочешь? Да. Галина Михайловна, а почему аптека? Что вы хотите взять в аптеке? Ну, свои любимые маски. Важный момент. На карте может быть как там 5 тысяч рублей, так и там 300 тысяч рублей. Скажи вообще, как ты думаешь, какой там лимит? Думаю, 200 тысяч на ролик ты можешь выделить. Че? 35 тысяч. Оно, мне кажется, очень крутое. Но я, конечно, не проверял, так что сначала возьмем вот это. Мы берем это и все, и ты заканчиваешь игру. Или еще хочешь? Давай еще возьмем. Только сначала все на карту. Я давно хотела Дигуля. Красота и здоровье ваших. Самые топирные масла. Вот чайное дерево. Эта штука стоит 145 рублей. Давай, время идет, Леха. 5 минут пока прошло, Леха уже на 13 тысяч взял. Красивый хот-дог. Ты знаешь, сколько он стоит? Да. 2000. Да. Ага. Но мне просто понравилось. Вон, они сидят. Что, супер? Да. Так быстро? 5 минут мы уже делаем первую покупку, реально? Очень быстро, очень. Да, изи. Ребята, наш уважаемый подписчик с порога буквально за 5 первых минут потратил 8 тысяч. Я напоминаю, что на карте может быть вообще прям мало денег. Ну, они дорогие, Рома, масла. Ну, это как раз вот это, от пандемии это как раз и хорошо. Вот в Крым поехала, да, ну и там простудилась. И в поезде ехала, я их всех травила этим чайным деревом. Да? Да. Хорошо, так, супер, берем. Для младшего брата, у меня есть 2 брата, так что я очень для младшего брата, вот крутой набор. Написано «Дупло», я вот не уверен, что да. Что-то с надписью так «Дупло» это года, нормально. Ему 2 года, конечно. А у вас нету жабьего? Что, жабий камень? Да. Это рыжиковое семейство рыжиковых. Просто растет на болоте, да. Очень полезно после 50 для суставов. Я, конечно, мог положить на карту много денег, но смотри, ты уже в одном Лего, буквально прошло 5 минут, уже почти полтос тратишь. Ты уверен, что я туда так много денег положил на карту? Ну, думаю, да. Думаю, ты меня пожалеешь. Может, откажемся вот от этого взрыва за 15 тысяч? Нет? Хорошо, давай. 17 796. Ответ получен. Успешно. Успешно. Тебя поздравляю. У нас есть первый взрыв. Так, Галина Михайловна, это как-то даже неприлично. Вы, можно? На 544 рубля. Если вы думаете, что мы такие жадные, с такой маленький лимит делали, нет, там лимит побольше, я вам подскажу. Аптеки нет, пойдем вот в Ашан. В Ашан? Да. В Ашан, продуктовый. Продуктовый. Вы потратили, на самом деле, очень много времени на аптеку. 20 минут, у вас осталось всего 40. Окей?
Ты сейчас серьезно? Да. А дайте ему прям взрывные бомбы. Вот это самая классная у нас, она самая яркая, она как космос повторяется. Это тоже, она более нежная, по-моему, она радужная. Еще возьму вот это. Он решил, что вы поддержите корзину ему. Очень просто. Лех, если что, они там рублей по 600-700 стоят каждая. Окей. Ему пофигу, ему просто пофигу. Блин, я даже не знаю, вот я зашел в технику, что-то хочется приобрести. Ну, так очкую, что сейчас возьму какую-нибудь хрень. Дорогую. Да. Я начал вон, например, вот такой. Ну, не знаю, давай с ноутов начнем. 40 тысяч. Что ты на меня смотришь? Привет. Ну, 40 тысяч, если хочешь, покупай за 40 тысяч. Ну, ты меня спрашиваешь, мое мнение? Не, я просто смотрю на твой ряд. Ну, после таких слов я что-то не хочу брать за 55. Почему? Мне кажется, здесь подъем какой-то нереальный. Ты пытаешься меня проверить? Да. Ну так, ну я же хочу что-нибудь еще купить интересное. Так, ребята, короче, за кадром Семен пытается меня спровоцировать. Правильно я понимаю? Ну, хочется взять что-нибудь хорошее. О, стиральная машина. 30 тысяч. Ну, 30 тысяч это уже ближе, мне кажется. 30 тысяч есть? Как думаешь? На карте? Да. На 30 тысяч есть, 100%, бро. Короче, ребята, Семен боится. Сема, расслабься. Я не боюсь, я просто хочу. Тебе повезло сюда попасть, правильно? Мне повезло. Тебе повезло, на бизнес. То есть много кто хотел сюда попасть. Я тебе говорю, трать, не бойся. Если судьба как бы благоволит, то ты все получишь бесплатно. А так ты и не возьмешь, и с во рту останешься, и типа, зачем это надо, правильно? Правильно. Динозавром не понравилось тебе? О, динозавр. На, смотри. Я говорю, купи. Это как? Давайте еще вот это для мамы возьмем. Ты все? Да. Ну как-то скромно, на тебя не похоже, Леха. Мне нужны эти простые бабушкины колготки. Вы можете взять много колготок. Смотрите, мы можем пойти в магазин дорогой одежды. Ну, дорогой одежды мне, в принципе, особо не надо. Вы же не будете мне вечерние платья. Ну, вы можете взять вечерние платья. Все, что хотите взять. Как бы. Смотрите, главное не перебрать лимит. Все. Если что, оказывается, у нас подписчик профессиональный кавесер. Ну, типа, вы поняли. Все мышки дерьмо. Не, мышки здесь реально дерьмо, поэтому от мышки мы отказываемся. Ой. Не, мне не нужны взводки, я в компьютерной игре взводки. Тем временем ты уже почти половину времени просрал. За 5 минут купил кроссы, а потом уже 15 минут ты тут ходишь и ничего и купить не можешь. Еще вот это? Да. Сливовый дождь, гель для душа. А, где шампунь? Вот если что, у меня шампунь за 80 рублей. Это не шутка, реально за 80 рублей. Называется репейник. Буду купаться как король. Вот пока считают, Лех, вот ты так легко тратишь деньги, ты какая у тебя тактика? Еще берем наоборот самое крутое, пока времени. Если прям когда мало времени, берем наоборот. А как ты думаешь, сколько на карте денег? Думаю, не меньше 1100. Ты сильно расстроишься, если потом ты это все потеряешь? Нет, конечно, мне самое главное сняться видео. А, то есть ты главное сняться видео? Окей, хорошо. Успешно. Но это очень необычный выбор, что ты решил купить бомбочки для ванн, взрывные бомбочки для ванн. Не хочу вас это торопить, но осталось 35 минут. Гольфы, которая каждый день марка, это самая дешевая марка. Ну, смотрите, вот есть подороже всякие там какие-то колготки. Одна штука 40 рублей, по-моему, стоит всего. 20, да. 20? Я помню, я в детском садике очень плакал, когда меня заставляли одевать колготки. Ставьте лайк на видос, если вас тоже заставляли в детстве одевать колготки. Вы же мужики настоящие в колготках. Так, Галина Михайловна, я не настаиваю, конечно, но 27 минут у вас осталось. Вы потратили уже больше половины времени. Да. У вас куплено, наверное, рублей на 200-300. Напоминаю, что на карте может быть очень много денег. Хорошо, давайте побыстрее. Даже быстренько к банкам и за очками. То есть идем за соленьями? Да. Бро, Apple Watch стоит не 20 тысяч, а 34. Бля, ну я очень хочу Apple Watch. Тебе похер, что они 34 стоят? А если не, ну если я проебусь, то, конечно, будет фиаско реально. Не, я беру. Смотри, я беру. Берешь? Я беру. Да вот почти 45 тысяч будет. 42. Нормально? Ну была не была, я хочу взять просто эти часы очень сильно. У меня просто никогда не было часов Apple Watch, я хочу взять Apple Watch. Я просто тебе намекаю, может быть. Ну, все, была не была, я хочу взять. Хорош. Изи, взрыв. Это было изи. Браво.
34 косаря, да. Плюс кроссовки. Да. Что дальше? Времени еще полчаса есть. Да, на самом деле я вот так очку выжил, что-то покупать. А, не, меньше. 21 минуты осталось. Ну, я не знаю, мы можем зайти в магазин, просто посмотреть, что у меня еще 20 минут есть. Ну, да. Семен почему-то очень сильно нервничает. Повезет, оставишь себе. Не повезет, ну, придется вернуть. Вот, да, давай просто походим. Я не знаю даже, куда идти. Да не знаю, ну, зайди куда-нибудь. Почему, когда людям даешь деньги, говоришь, тратьте деньги, они не тратят эти деньги, я не знаю, что с ними делать. Короче, я понял, почему детям нельзя без сопровождения взрослых ничего продавать, потому что они не умеют говорить «нет». Гель для душа, да, давайте. Все, что ему говорили продавцы, он взял все, абсолютно. Ты просто лучший покупатель. Я вот думаю, может, маме что-нибудь пожалуйста. Можно рискнуть всем ради того, чтобы порадовать маму? Ну да, но кто вот так не делает? Ну, пожалуйста, пожалуйста, попробуй. Можно вот эти вот модельки рассмотреть? Смотри, сколько? 204 тысячи. Нет, я думаю, 204 тысячи никак не влезет. Да, никак. Куда сейчас путь держим? Го Вашан. Погнали. Ребята, кстати, хотел сказать, что на канале вот такое количество подписчиков. Я вам безумно благодарен, что вы подписываетесь активно на канал, но остается очень много людей, которые не подписаны на канал, поэтому, ребята, я понимаю, что очень много дел, очень интересное видео и все такое, и вы, может быть, просто забыли. Поэтому прямо сейчас вам напоминаю, что снизу есть красная кнопка подписаться, и если вы на нее нажмете, вы будете автоматически получать уведомления от моего канала и не будете пропускать новые ролики. Поэтому обязательно прямо сейчас кликайте на красную кнопку, чтобы она стала серая. Также нажимайте на колокольчик и вообще не ленитесь, это самая главная поддержка для автора – ваша подписка. Многие смотрят ролики реально без подписки. То есть он не то, что случайно зашел, а там 3, 4, 5, 10 роликов можешь смотреть и не подписываться, потому что просто забывает. Вот эти вот. Нет, 150. Не-не-не-не. 150 тоже не влазит. Ой-ой, братан, а что, кстати, время-то заканчивается потихонечку. Ой-ой. Покажите вопрос что-нибудь попроще. 36 тысяч. Бро, 36 косарей. На маму тратить. На маму? Да. А, маму. Да, на маму. Я думал, на тебя. Нет, ну может, для мамы с бриллиантами? Давай с бриллиантами. Не, хватит, хватит, подождите, я должен принять решение сейчас. Сколько там еще денег? Сколько там еще денег? Да, 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 очень, очень важно. Как тебе скажу? Ну, ради мамы, ну просто больше 50. Все, не могу сказать. Ты сам решай, либо ты берешь, либо не берешь. Не, ладно, я не беру. У меня еще 10 минут, пойдем, возьмем что-нибудь другое. Все, извините. Опа-да! Вашего брата. Может быть лимит какой-то, ну ты понимаешь, он может быть даже не очень большой. Только типа, ну чё, ну я чё, не могу что ли взять, весь хочу. Всё? Да. Почему? Ну, возьмите хотя бы там много грибочков, если вы хотите грибочки. Боюсь лимит. Перейти. Чего боитесь, лимит перейти? Да. Время, время, время идет, время неумолимо заканчивается. Вали, вон они, чипсы. С крабом не бери, господи, это же самые невкусные чипсы с крабом. Ты из этих людей, кто любит лейс с крабом? Слава богу. Пришлось бы закончить ролик. Там есть лимит. Если переберешь, то все потеряешь. Лимит, он есть, но я вам подскажу, он большой, нормальный. Нормально. Сейчас пойдем тогда по горошку замочку. Чечевицу никогда не видела консервированную. Возьмите хотя бы хорошую марку, я вас умоляю. Да? А, вот она, да? Да, вот, за 100 рублей хотя бы возьмите. Как мы это повезем, бро? 231 рубль. Ты знаешь, что ММДМ 231 рубль? Угу. Его это не останавливает, что он очень много взял. Пожалуйста, 1435 рублей. Спасибо. Ага. Всего доброго. Хорошего дня. Леха, не только опомнись. Мы очень долго проторчали на кассе, там пока каждый чупа-чупси пробьют. Галина Михайловна очень сильно скромничает. Взяла на 1500 рублей в Ашане. То есть суммарно вы потратили пока только 2000 рублей. Галина Михайловна, повторю на всякий случай раз еще правило. Вы, если перейдете лимит, только в таком случае вы все теряете.
Но лимит может быть большим, прям очень большим. Навряд ли я сделаю лимит для вас 1000 рублей. Поэтому я бы на вашем месте взял бы что-нибудь подороже. Прям крутое? Нет, не крутое. Давай, 5 минут, все, я не буду добавлять. 5 минут. Так, ребята, у Семена осталось меньше 10 минут. Семен, что мы делаем? Может быть, закончим? Я не знаю, что делать. Мы ходим. Я не знаю, я очень хочу что-то купить, но, бля, так сыкую, если честно. Короче, суть в том, что Сема, он хочет купить, но боится. Не знает, как бы, переберет, не переберет, правильно понимаю? Да. Блин. Тут вон что-то есть. Вот это. Успеешь? Да. Зови, ну, просто зови человека. Да, я не знаю, что хочу. Наши герои не знают, что делать. Хочет потратить денег, но боится. Забавный чел. Можно я в туалет схожу? Можно я в туалет схожу? Ой, странный тип какой-то. 25 секунд, блин. Можно вот этот Samsung Galaxy Tab A8 2015 лайк 2. Туда, с левой стороны. Все. Телефон с левой стороны. Эти вот, у меня, знаете, мне ломаются дужки все время. Это металл. Металл? Да. А чье это производство? Вон там Гуччи, я вижу, и все. Ребята, короче, у нас большая проблема. Мне только что пришла смс-ка о том, что подписчик смотрит баланс на карте. Он, видимо, не знает, что у меня стоит оповещение о том, что если с карты что-то делать, мне приходят смс-ки. Я не знаю, что делать. Это нарушение правил жесткое, причем, да? Он сейчас увидит, что на карте дохера денег, сможет, соответственно, подбивать, сколько он может потратить, понимаете? То есть это, ну, это нарушение правил, все идет. Что делаем? Палим, нет? Ладно, давайте посмотрим, что он скажет, а потом вскроет. О, вот смс-ка еще пришла. Сейчас берем оправу, и вы заказываете линзы какие-то, да, которые вам нужны. Да. И их привезут там... А, просто мы сейчас просто оплачиваем, а потом вы забираете, да? 6392. Все? Все, супер. Короче, ребят, я сходил, я хочу взять MacBook. Ты что ты сидишь, пойдем. На 5 минут. Точно, ты решил? Я хочу взять MacBook. Уверен? Да. А если лимит ты пройдешь? Пофиг. Уверен? Да, мы идем MacBook брать. Хорошо, у тебя осталось 6 минут 17. Все, пойдем быстрее. Уверен? Да, идем. Вот, который за 120 тысяч, 512, вот за 120. Я уверен, там есть деньги, мячу. Ты Air заказал? Да, вот. За 120 тысяч? Да. Серьезно? Да. Ты же только что не хотел тратить 10 или сколько, да? Я подумал, поссал и подумал, что там есть деньги. Хорошо. Проверяем MacBook Air, 13 диагонали. Да, можно побыстрее, очень времени мало. Я вообще не понимаю, почему ты, честно говоря, вдруг решил взять MacBook. Что делать? Я успел. Что-то еще требуется? Нет, больше ничего. Нет. Сделали? Нет, потом. Ты уверен? Да. Подожди, стой, минут еще есть. Там лимит может быть меньше, чувак. Я серьезно говорю. Я уверен. Я уверен, там есть деньги. Все. Не успели, Лех. Время закончилось, да. Игра для всех одинаковая. Я, честно говоря, даже уже думал добавить пару минут, но это будет нечестно. Я думаю, все со мной согласятся. Я, на самом деле, слишком много убил, так что брату, мне кажется, тоже достанется. Про как лучше голливудских фильмов. Это жестко. Остается 10 секунд. Я так и знал. Все, мы успели взять MacBook, но еще неизвестно, лимит преодолен или нет. Да, MacBook-то я уже купил. Да. Спасибо большое. Мой MacBook. Пойдемте. До свидания. Спасибо, все хорошо. Фу, бля, я до сих пор не верю.
Галина Михайловна наконец-то потратила хоть маломальски большую сумму. Галина Михайловна купила себе очки, заказала точнее, и скоро они приедут, она их заберет. Леша набрал на вот такую сумму, а точнее 40 тысяч с копейками купил Леха. Ты понимаешь, что ты только что 40 тысяч потратил? Да. Понимаешь? Точно. Купил себе часы, кроссовки, вот такой вот MacBook за 120 косых. Вы потратили меньше 10 тысяч. Вы перешли этот лимит или нет? Ну, по моим подсчетам, нет. Я же сказала, что максимум 10. Итого, ты закупился больше, чем на 150 тысяч рублей. И тебе интересно, какой тебе лимит? Да, мне очень интересно. Ну, только не томи, пожалуйста, я хочу уже услышать. Смотри, я тебе сразу скажу, что я на самом деле... Я вас обманул. На самом деле, твоя карта, у нее был лимит бесконечный. Мы в этом видео проверяли, что купит пенсионер, подписчик и ребенок на безлимитную карту. Там очень много денег, которые ты мог потратить. И это все закупил. Ты это все получаешь бесплатно. Это изи. Вот это мне нравится, Саня. Ты мог покупать все, что хотел, и вот это все до единой вот этой игрушки, чипсы, все достаточно тебе, окей? Что не, ты ну ты рад? Купил? Конечно, рад. Искренне спасибо, рад. Да, спасибо. Давай пятерку отбей. Ой, на 9 тысяч пенсионеру. То есть вы, правда, довольны? Да, конечно. Моя пенсия 15 тысяч, да, а я потратила, ну, грубо говоря, 10. Ты рад, да? Да, это пиздец. Бро, да. Можно только один вопрос? Что? Ты прям, ты искренне рад, да? Да. Ну, я MacBook урвал, блядь, 120 тысяч, это пиздец. Вопрос такой, мы видели, что ты смотрел баланс на карте. Не, я не смотрел баланс на карте. Ты ходил в банкомат и смотрел баланс. Более того, у меня пришла смс, что ты смотрел баланс. Бля. Ой, тебе показываю вот смс-ка. Бля, и что это теперь значит? Я не знал, что нельзя смотреть баланс. И ты хочешь сказать, что вот это все проебано тебе? Ты нахуя баланс, блядь, посмотрел? Я хотел узнать, сколько денег, чтобы нормально закупиться. Ты и так, блядь, нормально закупился. Зачем смотреть баланс? Я очень баланс? Хотел MacBook. Все. Очень хотел MacBook. Окей, нет, бро. Типа, это не по правилам, ты должен понимать. Это не честно. Я понимаю. Окей, ты можешь забрать. В принципе, это ты все купил честно. MacBook тоже забирай. Но ты тоже понимаешь, что мы это покажем тоже, все, подписчикам. Да. И, ребята, вы пишите в комментарии, что думаете на эту тему. Ты сам забирай. Ну, да, на самом деле, спасибо тебе большое, Саня. Извини. Мне сейчас так стыдно, это пиздец. Чуваки, пишите в комментарии, что думаете, и обязательно кликайте вот сюда. Это мой другой пушечный ролик, который вам действительно понравится. Он очень интересный, поэтому кликайте прямо сейчас. Не останавливайтесь, не, просто не думайте, просто кликайте, смотрите. Вы не пожалеете. Кликайте вот сюда. Всем пока!